На минулым тыдні президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об унесении изменений у працовный кодекс. Упершиню одним из распрацовщиков законопроекта стала Федерация профсоюзов Беларуси. Свои пропановы унесла и Гомельское областное объединение. Наши корреспонденты потекавіліся принятыми нормами. Работа над законопроектом протягивалась 2,5 года. За гэты час Федерация профсоюзов унесла больше як 40 изменений по 30 артикулах. У силу документ уступить праз полгода после его официального опубликования, але нововведение активно обмерковывается уже зараз. У приватности гэта тычется контрактной системы найму. Коли работник не порушая працоўную и выканаўчую дисциплину, он может разлічваць на 5-годовый контракт. Правда, заключаться он может у 2 этапа. Если у работника не было дисциплинарных взысканий, значит, наниматель обязан в соответствии с изменениями, значит, продлить контракт работнику на наибольший возможный срок. Ну, для примера объясню. 5-летний контракт был заключен на 2 года в начале контракта. Нету никаких дисциплинарных взысканий, значит, должен был заключить на 3 года, то есть в течение 5-летнего максимально возможного срока по контракту. При заключении уже, если 5-летний срок контракта прошел, и заключение нового срока, значит, уже не менее чем на 3 года. Вот такие вот гарантии даются нашим людям, трудящимся при добросовестной работе его на предприятии, учреждении или организации. Право работника принять эти предложения на эти сроки. Вы вправе отказаться, это ваше право. Положение, якое абмерковывается, бадай, найбольш актыўна, так званый часовый перевод. Наймальник по-ранейшим мае право часово перевести работника на іншую працу, у тым ліку у іншую мясцовасть и до іншага наймальника. Але цяпер гэты процесс деталёва регламентуется. До того ж, отбываться такий перевод может только со згоды самого работника. Временный перевод работника к другому нанимателю возможен в случае наличия согласия работника на срок до 6 месяцев в течение календарного года, а также в случае производственной необходимости, это статья 33 Трудового кодекса, без согласия работника на срок до 1 месяца, на больший срок с согласия работника. И также в случае простоя. Новый Трудовой кодекс также конкретизирует понятие простоя, то есть это временное отсутствие работы. Заработная плата будет по выполняемой работе, но не ниже того заработка, который имел работник до перевода. Апрача таго, нововведзенне прадугледжваюць парадак прыцягнення да матэрыяльнай адказнасці. Цяпер выключаюцца выпадкі, калі работнік павінен выплачваць штраф, накладзены на арганізацыю, нават калі парушэнне накшталт недакладнай справаздачнасці адбылося па яго віне. У Федэрацыі прафсаюзаў гэтую норму тлумачаць тым, што ў некаторых выпадках сумы штрафу працаўнік не зможа выплаціць за ўсё жыццё. Падрабязную кансультацыю пра ўсе нововведзенні ў працоўны кодэкс сёння можна атрымаць у прававых прафсаюзных інспектараў. У інтэрнэце многа каментарыяў па гэтаму поводу. І насколько они комментируют именно правильно, вот это здесь я не могу за них отвечать, правильно, неправильно. Дело в том, что любое изменение, которое Федерация профсоюзов вносила на рассмотрение рабочей группы, оно лишь только в поддержку прав трудящихся, которые мы имеем сейчас с вами в связи с принятием этого законопроекта, вернее, уже закона, подписанного президентом. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валера Гапанько, телерадио, компания «Гомель».